Итак, дамы и господа, суббота. А в субботу что? Правильно, мы играем в традиционную лотерею под названием «Пятерочка». И сегодня мы скидываемся по фафику, и один из нас уйдет более счастливым. Но это еще не все. Если мы обратим внимание, у нас на одного человечка сегодня больше, потому что один из вас дал следующий комментарий. Ребята, поставьте на меня тоже. Я ставлю на тебя. И я не помню, как ты там называешься. Мы тебя назовем неизвестной в предыдущей лотерее. Ты просил, чтобы мы тебя поставили. Мы делаем это. Итак, кто принимает в лотерее участие? Владимир. Роман. Володя. Макс. Роман. Слава. Ну и как по-вашему, кто из нас выиграет? Делайте ставки. Свои ставки, господа. И вы, господа, делайте свои ставки. Так как на прошлой неделе выиграл я, выбираю я. Поэтому я не переодетый и всю неделю гулял, тратил бабки. Выбираем. Вы сделали свои ставки? Ставьте на меня. Что такое? Уже все прошло? И победитель у нас сегодня дед. Дед, здорово. Я знаю, на что он потратит. А теперь покажем, что с нами играл тоже это человечище, который... Найдем его? Кто... Где он? Может быть? Это посмотри. А вот, я нашел, вот. Мы его назвали неизвестный, он был у нас где? Здесь или здесь стоял? По центру. А, он стоял по центру. Короче, ты влетел на баб. А, файфик можешь перечислить на наш счет. Ну да. Залет, извини. Нет. Он отказывается от выигрыша? Да, все, удаляемся на выходные. Всем спасибо за то, что были с нами.